Я когда делал видео про авокадо, я забыл с вами поделиться одним типом, ну тип в смысле по-английски, одним таким патентом. Дело в том, что авокады, они приходят жесткие, а для употребления нам нужны мягкие. Поэтому авокады. Теперь если авокаду, ее ни в коем случае, во-первых, нельзя класть в холодильник. Во-вторых, если ее так просто оставить в комнатной температуре, она помягчеет. Но есть опасность, что она испортится. Вот видите, вот это начала немножко чернеть. Вот здесь сверху. Но пока что это не страшно. Патент такой. Чтобы авокадо быстро стала мягкой, нужно ее положить в кулечек. В нейлоновый кулечек обязательно вместе с одним яблоком. Ну вот у меня, к сожалению, нет зеленого. Лучше всего зеленое яблоко взять. Но у меня зеленого яблока нет. Я кладу такой красненький, тоже пойдет. Вот. И кулечек надо вот так завернуть хорошо. И оставить в кулечке. И один через 1-2 дня авокадо будет мягко. Вот так. Успехов на кухне. Бай-бай.